Здорово. Как к тебе дела? Как прошел твой день? Да, я опять вебку не врубила, хотя я вообще-то могу, только тогда я текст не буду читать, потому что мне приходится близко к экрану приближаться, и я вне фокуса вебки, короче, становлюсь. Зарегался, поиграл чуток. А, так. Почти. Элисмана Сретутс. А, кстати, прикольная игруха, но она довольно однообразная. Типа, там 15 часов геймплея, и он очень мало отличается. Так. А, ну это я поняла, да. Я поиграла, короче, у меня уже целый сквад появился нормальный. Сейчас покажу, кто у нас по персам, по отряду. Я эти осколки там заюзала. Короче, у нас Барбара появилась. Это хороший персонаж, один из лучших считается, ну, насколько я могла судить. Бейдоу тоже довольно неплохая. Эти у нас остались. Ну, пока лучника у нас другого нет, я буду ходить с Эмбер. И кайф. А, Кай. Кая. Ну, в принципе, он быстрый дамаг плюс холод, так что нормас. Так, у меня есть еще персонажи. Так, отряд один нет. Сейчас. Как бы их показать-то? Персонажи. Во. Так. Кто у нас? Я открыла Лизу. Она беспонтовая. Вообще абсолютно беспонтовая. И еще у нас Ноэль выпала. Но поскольку они с вот этой девахой Бейдоу обе двуручницы. Ох, суровая. Урон у них у обоих плюс-минус одинаковый. Ну, хотя вот у Бэй чуть-чуть побольше, поэтому я ее больше прокачиваю. Она неплохая. Она прям вообще неплохая. Так что мы ходим вот с таким отрядом. У нас лучница, бафер, ледяной дамаг быстрый и тяжелый дамаг. Она вот с такой фигней ходит огромной. К сожалению, насколько я смогла узнать, рыжий чувачок, самый топовый, выпадает крайне редко.
Увы, ях. То есть во фри-то-плее он, скорее всего, нам не выпадет. А жаль. И, насколько я поняла, скины нашим чарам тоже менять нельзя. Хотя ладно, в принципе, они выглядят довольно забавно. Можно и не менять. Пофайтилась с чуваками на несколько левлов больше, чем я. И это не проблема на самом деле. Так, тут что-то есть? Чё-то мне кажется, я зря сейчас спускаюсь. Но с другой стороны, я и не поднимусь, наверное. Опа, опа. Кстати, мы уже босс-файт даже устраивали. Ну, точнее, я устраивала. И что-то ночью посидела, позалипала. Так, ага, вот сундук. Ой. Не то прожало. Ну, глядишь, тебе тоже зайдет игрушка там после Алисы. Блин, слушай, я сейчас читаю «Майора Грома», и там у Розумовского прям такие же бэт-трипы, как у Алисы идет. Ну, это в форме истерии. Короче, насколько я поняла, Бэй можно сделать баф, а потом врубить быстрый дамаг. Прям, и это очень топово. Так, где-то у нас еще должен быть сундук. Синдук. Это тут, что ли? О, здрасте, хлопчики. Кстати, Барбара тоже довольно сильно бьет. Так. Бар. А, у нас Барбара водяной дамаг идет. Не дамаг, а вообще водный эффект. Эмбер беспонтовый абсолютно. Вот у нас все. В принципе, Кайя тоже мог бы быть получше, но ладно, пока. Юзаем то, что есть. Так, опыт персонажа. Ой, морокошка выпала. Я не знаю, я на самом деле залипла в такую игру. Я давно хотела однопользовательское ММО. Так что... Эмбер, она для начала только хороша, дальше она очень слабая. Прям она максимально слабая. Дамаг у нее отвратительный. Хотя, опять же, кому как, наверное. Так, а чё, где? Тут плюсик вроде, а... Где сундук? Так, а ты чё спишь? Очень классно, кстати, комбинить Барбару с Кайо. Типа, она водой сначала всех делает, а потом парнем морозит всех. Это прям норм. Ой, блин, не то. Слушай, здесь столько духов. А чё у вас тут так много? Блин, заберись, пожалуйста. Погнали. Блин, жоды эти. Так, а давай-ка мы эту возьмем. Электричество-то в воде все-таки получше будет. Ревнас, по-моему, тоже дамажит им. Так.
Интересно, что? А, у вас три штуки сразу надо сделать. Ладно, я понял. Не проблема. А, что я сейчас должна была подобрать? Что-то я в коже мигала, не? Я, в принципе, могу сейчас показать и Лизу, которая с книжкой, и Ноэль. Так, а чё, а где? А как? А где дух-то? Типа он же тут только что был. А, я же тут была. Точно, точно. Мокрый. И может, этой удастся, не? Не? Насрать? А чё? А как? А что? А где? Пим! Блин, он так... Пим! Сейчас у нас, кстати, бестиарий где-то был. Можно посмотреть, кого мы убили. Так, достижение. Задание, молитва. Наверное, это... Да, мне осталось бы только вот это найти, но фиг знает пока, где это. Так, 12 уровень, 22-й, Страж Руин. Да, по-моему, Страж Руин били. Ой, а это кто? Так, ну ладно, пока. А, вот, да, Страж Руин, вот он механический такой огромный чел. Прям страшный. Ну, на самом деле, осталось только у винокурни рассвет найти штуку. Так, открытие серверов. Так, что-то новое должно появиться, мероприятие. Так, молитва. Кли. Тестовый забег пробный. Персонаж на прокат. Интересно, кстати. А, Сахароза. Забавный персонаж. Тоже довольно сильный вроде бы. А, Синцю. Кажется, тоже про него что-то хорошее говорили. Не помню. Кли вообще не помню. Если честно. Тут босс-файты типа по онлайн или также однопользовательские. Ну, я вроде как соло. Там первого не до босса убила соло. Слушай, а как эту... А как эту штуку открыть? Эй! О, лягушку. Лягух собрали. Ха-ха-ха. Нифига себе. Блин. Сейчас стамину. Да, дурак. Кун. Так, скорее всего, где-то должно быть завихрение. Чтобы туда подняться, но я что-то хз. Так, отлично. И осталось только вот это третье. Ну... Да ладно, не говорите, что надо вот с той скалы падать. Давай хотя бы попробуем... Я не знаю... С этой скалы, что ли? Блин, я из-за своих крыльев ни хрена не вижу. Есть! Получилось. Удалось! Давай, сундук. Кубик берсерка. Один. О! Кто-то от нас что-то хочет. Слышь, док, мы с тобой говорили вроде.
Так, что случилось? Прости, я задумалась, меня зовут Пеннивайз. Не знаю. Искать приключений. Три долины. Так, ладно, насрать на чтение, я думаю. Я ждала встретить живого человека. И все равно продолжаю читать, я молодец. Искательница приключений, первооткрывательница, а ты, как я полагаю, мой коллега. Звездное небо над головой и мрачная бездна под ногами. Вот из чего на самом деле стоит путешествие. Барьер с тремя печатями защищает поле битвы. Сотворили выжившие, чтобы прах товарища остался непотревоженным. Что-то у меня опять дыхалки не хватает. Опять сижу как мудак, видимо. Но что нам остается делать? Троеточие. Прости, я потеряла мысль. О чем я говорила? Печати. Благодаря пониманию принципов работы потока элементов, великое путешественница Пеннивайз, я буду ее так называть, выяснила, как устроен этот барьер. Так, так это ж мы вроде... Нет, не важно. Так. Вообще насрать. Ну, это продолжение туториала. Какой мы? Какой мы сладенький. Господи, хорошо, что я перестала читать. Лет в пять. Ой. Да, нам, наверное, об этом только что говорили. Так, а как-то сверху может попасть? Ничему жизнь не учит. Так, погоди, это ведь этот барьер, да, у нас? Да, это там. И? Ахайкило. Так, нас по-прежнему шлет нахер. Так, надо покушенькать, наверное. Так, странный куриный шашлычок с грибами. Так, давай-ка мы его выкинем, он не очень хороший. Он плохого качества. А в смысле не могу? Я не знаю, давай на имбир. Так, куриный шашлычок на Кае. И на... Блин, я забываю, как ее зовут. Вэйсяобао, блин. Господи, Вэйсяобао, это же из ПВ. Это же из ПВ просто. О, картошечка. А чё тут грибов много? Так, сначала нужно костер разжечь. Ну давай. Именно для этого нам нужна лучница, чтобы разжечь костер. Так, что мы можем? О, слушай. Блин, помидорки не хватает. Черт. Для питательного салата нам вроде все хватает. И? А, надо четко на кнопку, что ли, делать? Мы запороли питательный салат. Я думала, можно куда угодно, типа, жмакать. Жмакать. Короче, слово жмакать. Короче, готовишь 10 штук, и у тебя потом авто хорошее блюдо, типа, делаются. Плюс, может, ачивку какую-нибудь получим. Так, о, кстати, из стейков. Непрожаренный гейский стейк. Первая готовка мясной стейк. Вот, быстрая готовка. Так, давай, яишенку у нас 5 уже есть. Ду-ду-ду-ду. О, давай.
Давай, который... Привет, Виталь. Я тут продолжаю маяться херней. Так, давай ветчиночку, две штуки сделаем. Вареница. Почему бы нет? Сыр. Давай. И сосисоньку. Мука. Блин, муку можно было и две сделать. Ну ладно. Так. Это мое любимое дело. Ох. А что с этими барьерами делать? Я сейчас туториал пролистала просто. Типа мне было влом читать его. Вообще, я могу к ней снова обратиться, но, блин, коротко просто, что с этим делать. Я, короче, смотри, кого себе понабирала в отряд. Тут квест? Хорошо. Короче, у меня выпали вот эта мадам Бэйдоу. Ну, Лиза открывается там по квесту, по данжу. Вот мне Ноэль выпала и Барбара. Барбара хороший выбор, я поняла. Бэйдоу, в принципе, тоже довольно неплохая девица. Артура я пока оставила напоследок. Я хожу, ну вот с вот этими чуваками. То есть лучница, хоть и говёная, но лучница. Да, я знаю, что Барбара саппорт. Их хорошо комбинить, на самом деле. Она водяной маг идет. То есть, а потом я сразу заморозку делаю. Или Бэйдоу, она с электричеством. Тоже, в принципе, хорошо. Дэйми, здравствуй. Ну вот, короче, у меня есть огненный лучник. Поскольку это пока единственный лучник, я хожу с ней. Иногда приходится там что-то из лука делать. Барбара хороший, саппорт. Я еще не до конца ее просекла. Но, тем не менее. Бэйдоу, говорят, неплохая. Она на 4 звезды идет. Кэй, ну, такой средненький, но все-таки он маг. Плюс мне элемент нравится, типа морозный, так что хожу с ним. И Дэдэшер просто. Блин, не Дэдэшер, наверное, танк больше. Это Бэй. Так что у меня пока... В принципе, меня пока все устраивает в нашем отряде. Как у тебя дела, Дэми? Так, слушай, давай сходим вот сюда. Заморозка против щитов хороша. Ну, такое на самом деле. Ну, когда как. В общем. Я, короче, сходила вот сюда. Мне еще рановато вот сюда идти. Но я упала вот здесь. Я прошла до пляжа. И вот эту вот часть я прошла чисто на морозе. Ну, типа, по морю замороженному. То есть, типа, заморозка идет у Кая. Такой, я пройду, типа, и вот все вот это вот расстояние прошло чисто по корочке льда. Потихоньку, да, я недавно проснулась, почитала Майора Грома немножко, там, пару выпусков, и как раз у меня час оставался до начала стрима, и я, типа, думаю, я найду себя чем занять. Так, в принципе, ага, вот тут тропинка есть. Покушенькала макарошки с сосисоньками. Ой-ой-ой, синяя лягуха. Прикольно. Хорошо тем, что его можно заморозить, даже когда он блокируется. Фризион может повернуться, его можно говорить. Кстати, в целом, да. Так, тут что-то есть. Слушай, где находится вот эта штука? Так, сейчас. Момент. Винокурни рассвет. Мне для ачивки нужно. Сейчас я карту оставлю. Риф Маск. Илон Маск. На юго-западе. Че, вот в этой локеш? Где-то. Или здесь? Что-то. А, ну короче, далековато еще, я понял. Ладно, потом сюда пойдем. Сейчас я вот здесь все открою. Вот до мыса ветра. Типа, вот здесь потусуюсь, сюда пойду, и сюда пойду. И отсюда уже допишемся до квеста основного. И потом, я думаю, по мере прохождения мы все откроем. Я просто думала, может, он как-то называется по-другому. Может, я что-то не вижу, но.
Если он пока не открыт у нас, значит, все хорошо. Так, о, арена. Так, они у нас морозки. Так, наверное, надо их отсюда выбить. Так, мне надо 10 убить, а я что-то вообще не справляюсь. Так, и давай-ка мы... Давай, мальчика возьмем. Во, слушай, сразу пошло. Пробахаться забыла, правда, но ладно. Так, давай, кто еще? Ой, леденчело. И 30 секунд осталось. Делаем вот так. Да ты бесишь. Давай. Последний. Твари. Твари просто. Аниме Колуси собираешь на мини-карте значки 4 лучевой звезды. А я пока вообще ни хрена не поняла. Типа, я просто открываю все, что вижу пока. Просто бегаю. Блять, одна секунда сраная, одна. Но я просто смотри... Ой. Чё это было? Смотри, пока Барбарой, короче, зажмешь, пока она до огня докрутит это время... Так, нам сейчас, наверное, все-таки это надо. Блин, я все ульты потратила, к сожалению. О, они, кстати, элементом хорошо уходят. Так, давай-ка мы вот этого. Ну, есть. 40 секунд. Есть. Как раз перед входом на арену прибегала, типа, спиной была. Зачек анимакула. Оу. Ой-ой-ой-ой, не то нажала. Блин. Ладно. Ну ладно, хоть этот урон есть. А, все, я поняла. Прикольно. Я чисто случайно сюда пришла. Типа, оказывается, это был квест. Как раз тот самый. Аниме-акула просто. Блин, я не знаю, аниме-акула звучит очень странно. Так, давай четвертый. Ну, такая себе награда, конечно. Не помню такой ачивки. Хм. Так, чё, расхерачим их?
Сонику остановил прочитать на карте место обозначения. Ну, мне швалом, я так... То есть я пока не парюсь, типа, ни над прокачкой особо, ни над правильностью каких-то действий, или там, куда идти. Просто пока получил удовольствие от игры. Мне она прям нравится. После Darksiders она такая очень ненапряжная. Потому что я, ну, типа, повторюсь, я давно хотела какую-нибудь игру наподобие мамошки, но при этом, чтобы с людьми не контактировать особо. Потому что у меня с этим довольно плохо все. Так что все мне в этой игре нравится. Кстати, ой, редисочка. Открытый мир. Так. Исследуй не хочу. Хотя говорят, исследуй, это такое. А, не хочу. Социопат. Скорее социопат. Такое. Не у меня проблемы с людьми, у людей проблемы со мной. Типа, в этом проблема. Я чаще всего обижаются на то, что я говорю. Так что. Как итог, со мной никто в пати не идет. Увы. Так, что? Куда мы? Куда мы дальше? Такой ММО в офлайне. Да, типа, мне это дико нравится, на самом деле. Я очень много лет такое ждала. В принципе, это можно, типа... Ну, такой open world частично был в Ведьмаке и в Скайриме, но, блин... Оно не настолько анимешное. Точнее, оно вообще не анимешное, поэтому, наверное, мне не особо нравилось. Омайва! Ой-ой-ой, лягуха. А нет, баттерфляй. Так, ты пожалуйста на карте, ты просто видишь странное место и пытаешься прыгнуть, как можно на нем повлиять, если есть перед тобой. Три огромные сундука с решеткой. Ну, в принципе, да. Не можешь найти, ко мне обходите. Интересная, кстати, фраза. Да в смысле? Не к этому, что ли, мы нашли подход? Так, давай с тобой, док, поболтаем. Кладбище мечей. Заходит здесь. Так, бла-бла-бла. Так. Три хачапури. Мясное племя. Так. Начнем состязание. Ну, давай, чё? Ой, подожди, там кто-то есть. Три барьера там было. Сейчас два. А, типа три испытания уже. Как же долго он рубит его. С другой стороны, надо левел повышать уже. Но с другой стороны, фиг знает, кто еще дальше выпадет. Поэтому не хотелось бы вот этого прокачивать. И Артура тоже не очень хочется. Слушай, подождем, как раз морозный чел прям мякотка. Сколько молитв делала? Один раз, типа. Там, по-моему, 20 предметов. Или 10. 10 предметов выпало. Если я все правильно помню. Ой, яблочки. Симкача помаленьку, 10. Да, 10. Бурем глоем. Ой-ой-ой-ой. Так, для начала надо шаманов... Блин, как меня вот этот чел бесит. Ай.
покати ты пока со своим щитом. Блин. Так, ты можешь спрыгнешь? Да в жопу иди со своим щитом, пожалуйста, я. Чувака добить не могу. Все? Да, он сдох. Так, там где-то скидка тратила. Да, 8, по-моему, я тратила. Получаешь 10 предметов. Сразу открываешь, это обязательно переспадает. Да, эту систему я тоже сейчас прогуглила. Так, в обычный клуб познакомился с еще одним потенциальным напарником. Мы такие... Илюк сосед. Эти маги вообще бесят. Да, типа, со своими щитами это просто жесть последняя. Тихо. Так, давай-ка мы тебя вынесем. Блин, давай Барбары попробуем его убить. Да, это бесполезняк. Да куда ты поструячил-то? А чё, сейчас же дождь, типа, да. Сейчас это не сработает. Ну давай морозить тогда. Тухленький он, правда. Ну, по идее, шоком его должно, типа, электричкой, да, долбошить. Давай. Огненная тян нам тут вообще не сдалась. О, грибочек. Такое во время файта такой, опа. Блин, как вот эта вот штука бесит на самом деле. Спасибо, хоть стамина закончилась. Я не знаю, зачем я не использую ульту. Просто как-то влом. Так, а к системам прикольно, у них реально разное поведение. Если ты иногда рандом можешь такую комбинацию подкинуть, что прям у тебя на британский флаг. Надеюсь, мы не скоро встретимся с такой комбиной. Так, минус первый круг. Остался среднячок. Кстати, я, по-моему, помню, Виталий, у тебя на стриме этот момент. Или что-то похожее. О, опыт героя вышел. Неплохо. Опыт я пока посохраняю. Может, какой-то перс получше будет. Такая радуга. Ну вот она вообще беспонтовая. Грибочки. Ты куда? Не отвлекайся от грибов даже во время файта. Мы сейчас дерево срубим, по-моему. Юндоге. Так, нет, готовку мы пока не будем делать. И даже не просите. Ой-ой-ой. Хотя поготовить-то бы надо было. Барабаба им будет перед огненными электрическими мобами. О, спасибо.
Ну, в принципе, да, типа вода же. С прокачкой надо помнить, как покажет, так собирать редкие ресурсы для вознесения. Прокачка более высокий уровень. Ну, кстати, я прокачиваю статуи эти, чтобы стамина была побольше и прочее. Чё, у нас такой высокий, что не пролазит? О, слушай, он там еще остался. Сайонара, мой! Да блин. Доунесса. Лёль. Так. Где ты? Ну, пока дождь, надо на самом деле морозкой пользоваться. Квайджин. Квайджин? Квайджин. Чё-то знакомо. Пинг на... Чуть-чуть получше. Ну... Может, из-за того, что типа порт именно на плойку идет. Хз. А, кстати, Слав, ты какой сервак выбрал себе? Какой регион? Вайтон Джин или Минжао? Блин, я вообще ни хрена не помню. Европка? А, это хорошо. Ладно, я потом погуглю, типа, кто это. Я что-то вообще все забыла. Что-то знакомое, это, блин, Star Wars, что ли? Там синие эти чуваки. Тёлки синие, которые... А, нет, это Твилейки. Я что-то сейчас долбанулась, походу. А, вот МБ же, господи. Вот МБ. Квайгон. И Минжао. Все, я все вспомнил. Так, надо тушилку, да? Ну. Кто? Нахер мне эти цветы, я не представляю. О, кстати, дождь закончился. Америки пинг 200 или 150 у меня был. Ой. Казида. А что там? Слушайте, а чего вас тут так много? Смазливый манга-кун. Он тут просто покушенькать готовил, а мы тут его бьем. Это как-то очень нечестно. Нельзя бить человека или монстра в данном случае, когда он готовит кушенькать. Это просто бесчестно. Так, птица, стой! Тварь. Давай курятинку себе. А, все уже. Уже не выйдет. Где-то они еще летают, кстати. Так. Где же третья испытанница? Ну... По теории, не то чтобы вероятности, но логики должно быть здесь. Теория логики — это что-то новое.
они тут прям деревушку себе отстроили. Где-то в лагере чебупели. Хачапури чебупели, господи. Как их только не обозвали. О, пшеничечка. Картоха. Это что-то там таится. Водится. Так, ну это же еще не все. О, прикинь, сколько здесь супа можно сварить. Так, нам надо подготовиться, я думаю. Так, а что у нее Ешка делает? Это ведь баф или хилка? По-моему, это хилка. Заныкался, слышь. Ребят, огоньку не найдется? Ну, закрыт урон вроде. Ай, он так говорит. Ай. Очень мило. Ай. Продвижка и хилит и ложнит врагов. Ну, блин, смотри, какая. Она может. Хотя вот этот больше, наверное. Так, редисенька. Так, арена. О, как раз залет. Мы же здесь были. Эй. Или нет? Или да? Да, мы тут были. Чёрт, не туда пошли. Да, это не сама Лори. Ну, то есть, даже Лиза, по-моему, намного приятнее выглядит. Хотя... Для кого как, я думаю. Не для меня точно. Мне в целом нравится, там белая китаянка какая-то есть. Ну, то есть с китайским таким именем, тоже типа Квайгон. А, про возраст, про внешность. Слышь, Юра, держи себя в руках. Сейчас, где они у меня? Блин, посмотреть бы всех на самом деле. Всех, кто есть. О, она закидывается прям неплохо. Уже неплохой персонаж. Ну, вот тоже такой себе. Это выглядит слишком стандартно, я не знаю как-то. Слишком анимешно в плане стандартности. И вот это тоже на самом деле. Это хоть немножко как-то оригинально выглядит. Мне нравится костюм у Артура. Он прям очень офигенный. Этот слишком анимешный принц такой, я не знаю, блин. Но вот из-за повязки на глазах он прикольный. Она книжки читает. Да не, она ими только дерется. В этом весь прикол. Тут никак не могу понять эту тему с глазными повязками. А что с ними не так? Когда выбивают глаз, типа у тебя особо выбора нет.
Так, а куда мы еще не ходили? Я, конечно, понимаю, что мы еще нахер не ходили, но тем не менее. Адрен СФФ 15. Я знаю только... Ну, типа, не только, но... Этот, ФФ онлайн. Там прям слишком такие анимешные они. Я, типа, не против такого, но тем не менее. Так, что, куда мы идем? В смысле, хоть часто в этом анимешном персонаже, даже когда голосу... А, ну это да, кстати. Стилизация. Я не знаю. О, здрасте, ребят. О, он так блинкается к врагам. Прям очень симпатично. FF Online? Да, есть Final Fantasy Online. Ой, как вы будете легко дамажиться. А давай к Барбаре попробуем. Радуга прям херальные сети, я не знаю. Я не знаю, почему сейчас про... Если думаю про радугу, у меня сразу херальные эти сети. 14-я часть. Я не помню, я только видела, что трейлер новых персонажей вроде или какого-то дополнения делали. Я его себе добавила. Просто потому, что там чувак очень походил на Сноу. Из 13-й. А куда он свалил? Excuse me? Так где он? А, вон он, сверху. Смотри-ка, ждет. Господи, какие полигональные скалы. Где мой сундук? Цыганьё. Ой. О май. Так, а это сгодится, нет? Вроде годится. Давай, давай, давай. Кайф. А, дополнение для FF 15 тоже есть онлайн. Правда, у него, наверное, никто не играет. Ну, сейчас, наверное, уже да. Хотя есть любители пятнашки. Так, и чё? Ой, там кто-то есть. Я сразу вижу потенциал для морозки. Это живоды просто. Не знаю, живода. Странно, что, кстати, по горелой траве и ходишь, и тебя это не дамажит никак. Здрасте. Ой. Неприятно-с. Ну да ладно. Так, чё мы где... Мы назад пошли. Лол, нам не туда. Симпай, не туда. В целом, можно спуститься вниз и пройти по реке, но... Чё-то и мне не хочется. А, там есть поднималка. Хорошо. Так, вообще, каждый год анонсируют FF 16. Сколько они лет анонсировали ремейк 7? Лет 7-10? Типа. По-моему, в 13 году, или 13 или 15 год я видела анонс 7 части, ну, ремейка. А, как раз анонсировали вроде как AS Unity. Вот
или на 21-е. На PS-ке. В 16-м анонсировали ремейк. Кажется, 15-й даже был. Там первый какой-то этот тизер был. Что? Сначала... Так, в смысле? А это что, не костер, что ли? Так, годится? Все, хорошо. Так, давай забираем... Мука. Кстати, не могу понять сути копченой соли. Типа, она просто такой небольшой привкус копчености дает, что ли, или что? Ну, просто соль, по-моему, в Африке соль. Да, слухи в 15-м уже были. Нет, там какой-то маленький тизер вроде показывали. Perfect. Ну, хоть где-то я готовлю. Блин, так мне вот эта скрипка нравится, которая такая, как будто не в попад идет. Так. Кстати, ремейк «Семой финалки» — самый лучший ремейк для меня в этом году. Такое, ну да, ну да. Такой ремейк. А в БТМБ так и не сделали. Ну ладно, это не то чтобы даже ремейк, наверное. Не совсем корректно назвать ремейком. Так, а, это надо наверх. Ладно, погнали наверх. Бульк. Уи. Мы тут один, кому финалка вообще не вкатывает. Ну, я играла в пятнашку. Не то чтобы особо впечатлилась. Седьмая вообще мимо меня прошла, если честно. Так, в общих чертах только. О, давай голубей пожарим. Пока! Ни в одну не играл. Да как говорится, я не играл, игра говно. Так, а что с этими дуванчиками делать? Непонятно же. Не, пятнашку купила. Вы поверите, из-за чего я купила 15-ю Final Fantasy? Ни аниме-куны, типа, ни стилистика, ни сюжет не продали мне эту игру, так как... Чокобо. Я хотела покататься на Чокобо. Это все, из-за чего я купила эту игру. Да не, не говно это, условно. Просто выражение было раньше, типа, там, игровые журналисты такие, я не играла, игра говно. Поэтому так говорю. Ничего против игры не имею, на самом деле, и против серии. Она просто не нравится. Не знаю, что игра говно. Таванчики можно... Чего? Собрать. Дуванчики. А, элементарная атака. Кажется, нет. Так, ну да ладно. В целом это не так важно. А! Да пофиг на Артура тогда. Прям-то похож на Чокобо. Абсолютно, да. Прям-то. Прям-то слишком сладкий. Опа, опа, опа. А чё это? Чё-то... Мне такое чувство, как будто... Это Дао. Или как её там... Слишком медленно бежит. Ой, еще аренка есть. Слушай, хорошо бы, если эта арена была как раз та, которая нам нужна. А мы здесь были. Да, это...
Это арена, в которой мы уже были. Что ж такое-то? Чего я кругами хожу? Так. А, ну сейчас просто повернуться и валить туда. Пока мы сражались с Бейтром, то всех фоткала, я думала, что дамага не хватает. Да, это прям он. Петушня. Не, вообще не против таких пиликоватых персонажей. Прям. Они не всем заходят. Кстати, странно, что не Ноктис, а как-то более приятно выглядит. Но Ноктис прикольный только когда он подросший уже, там, сколько ему там, лет 40? Ну, в конце. А вообще Регис лучший прям. Нары. Так, раз. Два. А где третий? Третий. Так. А, вон. Чего ж там нас не поднимет? Вот у нас беседа. О, слушай, сколько осколков-то? Прям. Not bad. Здравствуйте. Так, вы можете как-то кучнее встать? Да куда ты делся-то? Ну. Всё. Не знаю, чел в шляпе только бесит. А... Он такой... Не знаю. Странно. То есть они хотели сделать его немножко таким манерным, но при этом не докрутили. На фоне остальных женоподобных чуваков он потерялся. Хотя многим нравится. Я реально поначалу путала Ноктиса с Клаудом. Типа, они слишком похожи. Кстати, быстро и почти бесполезно спускаются. Можно так и с неба. Ммм! Ну, в целом, да, я думал. Я просто про нее не всегда помню. Мне опять в конце лета было желание поставить елку. И, типа, украсить хату в новогоднем стиле. У меня бывает такая херня. Как же мне эти бочки напоминают, как остальные на крыше? Как ебанет, так в Новиграде будет огни видать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты кто нафиг такой? Так, мне нужна деваха. Так, давай-ка мы пробафаемся. Хотя бы минимально. Блин, я бы дождем долбанула по нему, но он же уйдет. Да, бесполезная тема.
Тян не нужны. Да, Гинши. Гинши играем. Там, господи, ладно, давай подсказка. Что ты такая? Опасный враг. Так, сфера урагана наносит продолжительный урон по площади. Может быть, ну, так случить с помощью ветряных потоков. Спасибо. Только толку-то мне от них. Это паскудник. Впечатление... Да, игра мне очень нравится, на самом деле. Я хотела давно в Зельду поиграть, и эта игрушка очень походит на Зельду в плане механики. Господи, где ты? Да он, блин, все выше. Это не работает. Да ходи! А чё он охренел так делать? Спустись давай. На него еще хоть что-то действует? Еще выше взлетел. Так, немного смутило, что коп открывает ближе к 15 уровню приключений. Да, это я слышала. К 16. На 16 он открывается. Да, в принципе, ладно, мне соляного норм. Слушай, он даже не замораживается. Он что, тварь? Падай. О, пофиг, короче, на него. Будем так это... Так, электричка. Мы попробуем приманить. У меня из-за электрички только вот эта тянка. Ой. Это не я. Так, надо покушенькать. Давай попробуем вот это. А в смысле? Так, достижение, инвентарь. Ну ладно, давай обычные плюшеньки. Ой, у меня Барбара сдохла. Как так? Чем их хресать-то? Яичницы, что ли? О, яичницы и хресы, это неплохо. Так, это пока не понимаю, что ветра будет постоит. Может, или камень, ну или земля, или еще что-нибудь такое. Типа, может, ветер другой. Так. Это типа баф на силу идет. Все, я понял. Сразу фул хп. Так, нет, надо что-то послабее. Все, они сытые будут сейчас хавать. Разработчики Мористы. Будет позже одна миссия. Поровчу с ним. Хорошо. Ровчик моя любить. Давай, спускайся. Мразёныш. Короче, очень небольшими атаками приходится бить. Он еще выше, да? Говнюк. Сюда иди. А, там с Геоаномо.
Не очень понятно, антагониста я просто накладываю парня Пиру Электро. Ты называется ультануть хотела. Блин, я так хочу рыженького этого куна в команду к себе. Просто потому, что он рыжий. Лизу дали. Но я сейчас во время боя не смогу ее поменять просто. Так, мне снова нужна хавка. Почему ты в него-то не шмаляешь? Не хватает прицела на самом деле. А то, что есть, ну такой. Давай! Чуть-чуть осталось. Все. Там на последнюю тычку. Ну ты и говно, конечно. К ней можно подкатывать, точнее, она к тебе. Но она такая, типа, и сладенький. Такое, аж страшно становится. Такое, не подходи ко мне. Не, я ее в команду не беру, она довольно дохлая. Сколько? 35-й левел нужен сюда. Да, мы что-то немножко рановато пришли. В эту локешу. Так, ну что у нас еще остается? О, мыс. Мыс. Кыс. Секси-поси, миленький мой. Да-да. Так. Точку мы удаляем. Так. И по дороге желтого кирпича. Такой. Почему он желтый? Так. Потому что здесь очень много страшилок. А-а-а-а-а. Он какой-то печальный. Мне его жалко. Так, ну с этим мы помним, как разбираться. Сначала надо с этими, главное. Подписи, не выгнали ни одного героя. Не, типа, я забила. Вот мне из первого вот выпали как раз Ноэль, Барбара и Бейдоу. Ну и плюс оружие немножко. В принципе, не так уж плохо. Бейдоу мне прям нравится. Байда, потому что так. Да ты бесишь, слышь. Так, ладно, дождя нет, так что можно и... Слушай, вот этот кролик напоминает, как кролика в Алисе, короче, вот эта вот фигня. Я опять говорю, конечно, как бог. Давай, мокренького. Из него яйцо выпало. Надеюсь, мы ему не отбили их. А, ну Эльга Гализу. Окей. Кай-кай. Так, ладно, пока готовить не будем. Господи, вот слазить с деревьев, это, конечно, та еще мука. И со стен. Стрельбой. Залезешь куда-нибудь и все. И джи-джи. Так, мы почти дошли.
где-то здесь, да. Я. Чувствую, мы в это будем играть очень-очень долго. Надо какую-то другую еще игрушку поставить, я думаю, для этого. Для разнообразия. Я хочу Dishonored 2 перепройти, но он выглядит, конечно, у меня на стриме как полнейший шлак. У меня все на самом деле выглядит как полнейший шлак, но тем не менее. Он прям очень пиксельный. А почему я вот это прокачать не могу? Типа, даже на F-ку не нажимается. Что с прикола? Давай. Ой. Дурак простак. Ой, как красиво. Все прям такой видок. Отличный. Хорошо, хорошо, Дэми. Как скажешь. Ой, такая репочка. Просто телепорт или статуя? А, окей. Они выглядят очень похожим образом. Таким нехитрым образом. Ой. Ты шо такое? Это походит, как в Зельде были там такие картофелинки. Слушай, их тут много. Тебе не спрятаться. Так, баклажан, давай-ка. Фига мы его раскромсали. На салат просто. Левел... Сейчас скажу. 9-й. Ранг приключений 9-й. У персов... у кого как, на самом деле. Сейчас посмотрю даже. О, у меня Барбара 2-й левел? Серьезно? Вот ее-то как раз и стоило бы качать. Так, Эмбер 10, 19, 17 и 2. У меня арто, по-моему, 20-го. Это ГГ. Сори. Я не знаю, блин. Хорошо, что я оставила... там, японскую озвучку. Она какая-то более симпатичная. То есть, то, что выглядит как аниме, должно слушаться как аниме. На мой вкус. Так, а давай-ка мы попробуем водичкой. Да, но простые атаки у нее отвратительные, конечно. Ой. А, я думал, он взорвался. Так, давай. Ну. А, ладно. Думаю, что ешка не нажимается. 228. Неплохой урон. Так, надо духов сюда привести, где-то их еще надо найти. Духи внутри нас. Цири. Как там было? Гурана спонсор Докио. О, Кришимас. Так, а оружием прокачивала, то вроде все белки зависят от урона с рук. Да, прокачивала. У меня меч вот этот прокачанный на 10-ку. Что там? Один артефакт я для ачивки прокачала до 4-го. Так, сейчас мы ищем еще один дух.
что такие поляны прямо не очень уютные. Вот сесть здесь и устроить пикничок, я не знаю, вот просто, или просто в траве полежать, это ж прям очень уютно. Умбер не странно, она стреляет, они постепенно отходят, теряя. Да, ну она не очень приятная на самом деле, не знаю. Для начала я просто таскаю ее как лукаря. Ну и плюс иногда огненный урон нужен. Только из-за этого и терплю ее. Ай-яй-яй, баттерфлей. Хочешь кайф, остри как баттерфлей. Налетай, покупай, потребляй. Минуточка классика. О, вон там это есть. Так, а он не прилетел, что ли? Или еще одна должна быть? Кс. Ну да, ксаксо. Ну, я вот буквально сейчас до стрима посмотрела про персонажей, кого стоит, не стоит брать, кто считается, типа, хорошим, кто не очень. Блин, хорошим как раз считается красноволосый чувачок. Блин, я имя забыла его. Так, а мы туда не попадем вообще никак, да? Делюк. Не уверена. Ну, поверю тебе. Я вот вообще не запомнила, типа. О! А, блин, это одуванчик. Нахер я эти ягоды собираю? Это вот какой-то психологический трюк, что ли, что ты уходишь и прям на блестяшки агришься. Так, ладно, давай попробуем забраться. Сейчас только стаминку надо добить. Нормально. Да, вполне успеем. Стой, баттерфлей! Да-да-да, рыженький. Только он, ну, он красноволосый, но пускай остается рыженьким. Просто для человека, который сейчас читает Майора Грума и который знаком с Разумовским, типа, у меня такая, ооо, это же рыжик в темном костюме. Слушай, я не вижу еще одного духа вообще никак, нигде. Там мы были. Там возможно. Так, раз есть, два есть. Ну, по сути, где-то прямо должно быть. Ой. Видимо, не все. Не все мы здесь пролутали. О, 10 уровень приключений. Осталось всего 6. Можно попробовать потом с кем-нибудь скопиться. Я, кстати, его уже видела в одной из консцен. Он вот как раз с этим сморозным чуваком псюнами мирился. Злый день, псюхатый. У него крутая элементальная атака. Клей лучше. Но он вроде как считается, типа, прям S+, ранг. Слушайте, я тупой или духа реально нет? Где он? Ухо. Ну да, тут, я думаю, все зависит от того, как именно ты любишь играть. И что тебе предпочтительнее. Чё-то хз. Так, это у нас одуваши. Мы что-то за одним сраным сундуком ходим уже полдня.
Ой. Здрасте. Ой. Фига, он сдулся. Лоли, террористка у нее такая. А, все, я поняла. Типа про кого. Помню ее. Да, многие тоже ее прям хвалят, что она довольно забавная. Так, ладно, сейчас. Скорее всего, все равно ничего не найду. Так, а нахера мне шишки? Омаева, мусинири. Нани. Нет, не вижу, ладно. Похер, похер. А, мы нашли. О, еще вот здесь осталась одна. Можем сюда сбегать. И, пожалуй, пойдем отсюда. Если повезет. Шишки-воладушки, серьезно? Что? Чего? Потягушки-потягушки. Так, погоди, а это что у нас? О, достижение. Дадаупа в огне. Блин, камень истока мне очень делает больно по ностальгии. В ПВ была долина истоков. Там очень много времени было проведено в моей жизни. Это очень-очень тепло как-то. Такая у них кухня, что сказать. Ну, хоть не как у дворфов, да. Мне очень не хватает, на самом деле, в этой игре готовки, как в Зельде. Именно анимации готовки. Так, окей. Писем 7000 было. А, это типа возможных. Скорее всего. Так, заданница. Ой-ой-ой-ой-ой, а чё у них? Чё у нас их так много? Так. Пойма нашла очень необычный магазин. Давай. Сколько молитв. Время ролить. Не знаю, потом посмотрим. Так, подожди, игра. Ой, погоди. Это же наше это. Мероприятие. Кли. А, вот она. Типа. Ну, прикольные ивенты есть. Забавно. Так, увеличенный шанс. Тестовый забег. Пробный. Персонаж на прокат. Кажется, сахарозу я пробовала. Ладно. Так, нравится, что оружие не привязано к левелу. Это да. Это прям приятненько. Клипит звезд таки. Да, 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 да. Так. Приключение, карта. А, блин, я ж молитву хотела. Господи. Сейчас посмотрим, что это из себя представляет. Так, помолиться 10 раз. В принципе, можем еще раз попробовать. Че, попробуем? Или не стоит? Просто мы еще, по-моему, обязательных персов не всех получили. Помолиться 10 раз. Молиться 1 раз. Венти. А, нет, я Венти делала. Так, оружие нам нахрен не надо.
Джин считается тоже хорошие. Ну, вон, пятиуровневая. Запускаем лохотрон. Делюк. Но тут шанс выпадения их прям очень минимальный. Молиться один раз или 10? Ну, логичнее 10 раз. Чё, давайте, какую из вкладок мы делаем? Ну, кроме вот этой. Но это, мне кажется, нет смысла уже. Попытка 10 из 20. Но Эль нам не нужна, она у нас уже выпала. Я бы вот это попробовала, но там шанс... со скидкой вроде и других персов может дать. Давай посмотрим так подробнее. Кого нам выдадут? Так, дубликаты, персонажи, имя Кацин, имя Мона, шанс 0,6%. Первый? Хорошо, давай попробуем первого. В принципе, неважно. Давай. Помолимся же. Анимация красивая прям. Черная кисть. Прикольно. Так, дубинка у меня есть. Книжка есть. О, лук для этой. Блин, лук ворона. Всего. Всего ничего. О-о-о. На 4 звезды, кстати, неплохо. Тоже. Крио. Заносим молитву боку рандома. Угу. Один перс всего выпал. А в прошлый раз было 3. Эх. Ну ладно, он вроде неплохо выглядит. Да, это, считай, баффер. Ну, не баффер, а саппорт. Ну ладно, чё. О, бонус. В принципе, мы можем один раз попробовать это. Давай, на удачу. Знаю. Да ладно, один раз попробуем. Блин, ну ладно. Подумал зря. Ну, что попробовать стоило. Но обычно, да, по одному вряд ли выпадет. Типа с первой попытки. Там как минимум надо штук 20. Так, ну что, братан? Давай мы тебя заменим. С нами есть 2 сорта молитв. Первая вкладка у тебя висит еще 10. Ну, я думаю, чуть-чуть попозже. Чищить. Так, давай-ка тебя поменяем. Посмотрим, что... Это? Нет, 2 крионика просто. Ну... Прошлый кун мне понравился больше. Этот малой какой. Ля манифик. Так, а мне и туда? А, там задание. 500 метров. Лови, давай. Прикинь, в лужу бы утонул. Как я читала, с повышением уровня мира повышается шанс выпадения более хорошего дропа и сундуков. Ну, в принципе, это логично в плане геймдизайна. Значит, особо нет смысла играть. Если у тебя уровень повышается твой, а лут остается дерьмом. То есть нет заманухи. Все в этой жизни замануха. А ты в ней червячок на удочке. Чё, ножки короткие? Чё ты так медленно бежишь? Или мне кажется просто?
А это что? Выглядит неплохо. А это баф, наверное, для своих? А, драгоценных сундуков подает только артефакты. Угу. А какой у тебя уровень? Слушай, это что, другой город? Или что? А, это мы. Блин, что по до города дошли. Просто с другой стороны. Немножко. Слушай, мне нравится этот маг пока. Креонный. Но мне импонирует больше дорожка эта ледяная от Кая. Он же Кай, по-моему. И вот эти шпионы прям Михаила. Они прям такие пафосные. 30 левел практически. Фига. Нифига ты. Смотри, какая интересная лавка. А? Ишкири? Сейчас опять серваки, скорее всего, отлетели. Мне вчера где-то часа в 3, по-моему, я играла. 3 или 4, что ли, было ночи. У меня такой сервак упал. Типа ждем. Я не знаю, что приключилось. Много позалипал. Да, да, игра, в принципе, залипательная. Чего ж тут? Блин, перезайти, что ли? Блин, она даже через Alt F4 не выходит. О-о-о. Она все, она сама свернулась, походу. Да, но у меня только с оконного режима делается, поэтому немножечко рабочего стола. Думаю, еще полчасика поиграем, и на сегодня закончим. Вам как завтра лучше поставить в первую половину дня или во вторую вечером? Ну, вот как обычно, где-то в 5 по Москве. Где-то 4-5, плюс-минус. Просто мне нужно знать, во сколько мне сегодня лечь спать, для того, чтобы подрубить. Кстати, прикольно, что день-ночь здесь тоже влияет. Типа, если у меня ночь, то в игре, ну, в заставке тоже ночь. Сейчас я запускала вечером. Нет, ну, полтора часа назад. Он показывал вечер. Сейчас уже типа стемнело. Так, но если в первой половине нет, меня можно не ждать. Я репаду в это время. Ну вот я поэтому спрашиваю, типа, работа. Завтра же, типа, будни уже начинаются. Выходные-то ладно, я вроде утром могу подрубить. Марджори. Так, что приобретаю внимание? Трофейные другие трофеи? Так, честный бартер? Ну, посмотрим. А, сейчас работаю над обычным проектом. Хочу украсть его. Анемо эмблемой. Так, есть несколько. Так, окей, изучи товары. Что у тебя есть? Так. Минуточку. А
Нахрена мне это нужно? Ну, наверное, она сейчас мне об этом говорила, типа, нахрена мне это нужно, но... Так, всем удобнее, ближе к вечеру. Отлично. Так, Киримусио! Таким голосом она сказала. Так, заходи. Окей. Хорошо. Так, у нас есть награды. Ей. Так, что у нас еще есть? Орден Смахикуса. Так, что у нас дальше по квестам? Так, информация. А, это кладбище мечей, которое мы так и не нашли, где там еще что-то. Так, правила управления планером. А, куда идти? Скизимо. Блин, автопут мне прямо показывает по стене иди. Ну что за неадекват? А мы только и рады. Вот что об этом думаем. Если вы не можете справиться с драконом, то предоставьте защиту от штата нам. Мы обладаем достаточными средствами, чтобы справиться с вашим монстром. Монстром? Да, монстром. Что вы хотите сказать? На самом деле... Она же, по-моему, ничего не говорила в этот момент, нет? А, я ожидала более профессионального подхода от дипломатов из вашей глубоко уважаемой страны. Сложное слово. Вы хотите избавиться от одного из хранителей четырех ветров Манштата? Это безумие. Выцарь Тортов Нафикуса этого не допустит. И я к этому не научусь это говорить нормально. Ну похер. Ха-ха-ха-ха-ха. Не такое, что ты безумие. Анастасия. Тут довольно русские имена есть. Типа Виктор, Лиза. Так, довольно сегодня переговоры. Как я понимаю, конструктивный обмен мнениями окончен. Мы рассмотрим ваши пожелания. Артур, ты вернулся? Вы только элементы восстановлены. Спасибо тебе. Нам наконец удалось взять ситуацию под контроль после последней атаки ужаса бури. Но настоящая вся эта делегация начинает меня беспокоить. Довольно прозрачный намек на происходящее подозрительные ребята. Да. Делегация? Откуда? Дипломаты из Гавани... Это же китайская игра? Или из Инозумы? И снежный. Они поклоняются Криво Ахонту. Эти посланники снежные называют себя Фаду. Да, Фаду и громкая репутация. Громкая и не очень хорошая. Я не думаю, что нам стоит убивать ужасы бури. Кроме того, Криохон, которому поклоняется Фатуи, всегда ожидал силы и власти Анема Архонта. Отморозки. Ну да, в принципе, кривоники. Я не верю, что Фатуи хотят
бескорыстно помочь Манштату. Конечно, нет. Ты, блин, их разговоры слышала вообще? Я вот слышал. Да? А, блин, я не прочитала, Я хочу кое-что показать рыцарям Ордова Навикуса. Да? Давай, встретимся в штабе. О таких вещах лучше говорить в частной обстановке. Ордена Навикуса. Горькие слезы. Глава 2. Мондо и Фьюнокнива одинаковы. Несмотря на то, что масштаб называют городом, он имеет... Мондо – это независимое широде. Тут я уже не успеваю нормально. Фьюно? Что-что? Опа. А вот эта вот деваха сильная. Типа... Быстрый забег. Принцесса осуждения. Фишель. Блин, на ранге 20 прекращений. Сянлин. О, время событий неограничено, это отлично. Давай попробуем вот это. Электролучница. О, это отлично. Насколько я помню, она еще и может в птицу превращаться там на короткое время. Что тоже довольно прикольно. Сейчас, думаю, попробуем пройти испытаницы. Так, у этого парня есть прикольная способность. Ультимейта. Но до нее надо еще дожить, видимо. Так, не могу понять, что за нее атака. Ешкой именно. Ну, легкая. Отлично. Тихо. Оу. О, нифига, не 80-го уровня. Блин, кьюшку можно. Так, Лена. Думала, можно как-то похилиться. Давай, последнего осталось.
по-моему, в прошлый раз как раз на нем и застопорилась. Блин, а хорошо, что у меня есть дальнобойные. Тихо. Нет! Да блин, серьезно что ли? Так, что, попробуем снова? Прикольный ульта. Да, она очень классная, типа она всех вместе собирает. Немного южили против боссов. Наверное, поэтому я его кикнула. Шикаси, гайкоу ни каншите, Фадюи ва осораку, коно тайрику де моттомо икиёй га ару то иеру даро. Соудана. Сакки но яцу мо ия на канжи датта ё. Сбрось с края, кажется, нет. Они его убили. Сволочи, они убили. Плюшика. Сейчас попробуем просто доджить. Вообще, наверное, можно попробовать ультануть сейчас, и к моменту последнего ульта восстановится. Так, 10 есть. Да, она довольно быстро восстанавливается. Вроде что-то выходит. Лишь бы опять на последнем этом не загнуться. Ой, этот появился. Давай. Все в этого парня. И за себя, и за Сашку. Еее! А, кажется, ульта постоянно заряжена. Только кулдан надо ждать. Ну да. Подожди. Получить награду. Может, и продолжить, да, своего персонажа? Не, я хочу свою награду. Хватит. Хватит с меня. Ну, кстати, я вот сейчас уже сомневаюсь, хочу ли я вот эту вот деваху Ли или Сяо, или кто она там. Позвольте, а где моя награда? О, имбирь. Хорошее приветствие. Артур, искала тебя... Искала тебя повсюду.
Как тебе планер? Нравится парить на ветру? Да парить вообще, в принципе, неплохо. Может, почте? Да, потом посмотрим. Так, неплохо. Похоже, что тебе нравится парящий полет. Блин, такое музло. Ты еще не получил летную лицензию, верно? Такая херня. Летную лицензию? Это еще что такое? Эта лицензия позволяет тебе летать над Манштатом. Но Артур без лицензии летает уже очень давно. Такой, мы без прав просто. Вот именно. Ага. Значит, ты искала нас, чтобы вручить летную лицензию? Нет. Мордов нафиг у нас строгие правила относительно полетов в городе. Для начала тебе нужно сдать экзамен, только потом Мордин выдаст тебе лицензию. Летаешь? Плати налог. Это да. Я буду принимать у тебя экзамен, Артур. Давай проверим твои летные навыки. Я подарю тебе планер, поэтому я чувствую за тебя ответственность. А, я подарила. Окей. Экзамен? Ненавижу экзамена. Если его будут принимать Игорь... Ты же не будешь слишком строгой. Даже не думай об этом. Точка. Давай устроим быструю проверку твоих летных навыков. Весь город видел, как ты исследовал дракона. Однако мы обязаны соблюдать закон и летать по правилам. Короче, ладно, запарила. Я уже поняла, что мне сейчас надо будет сдавать экзамены. Господи, так долго болтать. Как у вас за управление планером? Мне звучит так очень интересная книжка. Такая херь. Мне ничего не остается делать. После того, как Амбира ушла, путешествие, да, и не сделала. О, прикольно.空に戦棒を抱いたスズメは翼があるにもかかわらず飛ぶことができなかった。彼らは風神に問いかけた。どうすれば大空を抱きしめられるのかと。一番大切なものがまだ見つかっていないから、そう風神は答えた。風は草原を撫で、タンポポの種を彼方へと飛ばす。彼らは必死に翼を広げた。 ただ草原の風はあまりにも優しく、足をもつれさせるだけだった。そして彼らは峡谷を訪れる。彼らに自らの力を見せつけた。彼らは勇気を振り絞り谷から飛び降り、うなる風の中で翼を動かす。あの空を自由に飛べるようになるまで、ただひたすらに。そして彼らは危機として風神に言った。 Какая удобная книжка. Какая увлекательная история. Но для руководства по управлению она написана в слишком странном стиле. Больше похоже на сказку. Ладно, пойдем скорее, Гэмбер. Онигаши-нас! Так, новая глава. Так, как проходит твое путешествие? Расскажи нам, оценить, ставить отзыв. А можно, можно, не можно. Спасибо. Я же думала, меня прям заставят. Грейс. Мне опять спрыгнуть надо? Нет? Да? Что? О, а тут что? Это надо я. Так, нам кажется... По-моему, вот где-то здесь есть закрытая дверь. Магическим замком каким-то. Хз. Что это такое? Но оно есть. Так, что у нас еще остается?
знаю, просто я беру дядю Фнафикуса, встретите, как я первый раз увидели его, когда уже с бури напал на город. Ну давай, чё, следить. А, да, вот же. Такой бешеный просто. Постоянно нажимаю на Е вместо F-ки, привычки. Не во многих играх, а на F действие. Но в этом есть плюс, потому что в Dishonored действие как раз идет на F. И мне как раз сейчас, как вторую игру, выбрать Дизу будет очень правильно. Здорово. А чего вы так друг друга на друг друга смотрите там? Плохо, плохо, все очень плохо. Что же делать? Что случилось? О, тысячи ветров. Халява. Блин. Хвала архонтам. Я так рад, что вы здесь. Так, посланница аниме архонтам. Блин, нахера не сделала анимо, блин, когда аниме говорится проще. Найдется ли у тебя минутка свободного времени? Какая огромная. Чё, есть? Вообще, да, ты. Ты очень странно. Слышь, а ты, может, на меня смотреть будешь? На эту косица. Так, что произошло? Рыцарь не должна об этом узнать, кроме тебя никто не сможет мне помочь. Давай обсудим это в более подходящем месте. Давай. Фраза великих людей, тысячи ветров халёва. Лучше бы понятно назвали элементайру. Ну, вообще да. Встретимся с вами в саду рядом со штабом. Чё ты удумал? К чему эта таинственность? Пиратский клад? О! У меня аж глаз заслезился, прикинь. Ау. Ну давай, мутный аниме-кон, встретимся в саду. Кто ж против-то? О, вечереет. Блин, я могла тупо спрыгнуть. Ну, здорово. А тут никого нет. Здесь мы можем поговорить. В чем дело? Говори уже. С чего бы начать? Я расскажу вам один секрет. Он касается моего прошлого. Надеюсь, вы никому не расскажете. Ты как бы видишь нас, блин, второй раз, по-моему, если не считать, что ты у нас играбельный персонаж. Ты видишь нас второй раз и уже делишь секретами. Чё-то ты какой-то мутный. Не переживай, мы никому не расскажем. В общем, мой дед был пиратом. Все мы немножко пираты. Такое, он скачал целых 3 игры. Да закидает. Ну, в общем, да, возможно. Ох. Эй, вы не верите мне? Я говорю правду. Эта повязка досталась мне по наследству от деда. Я не знал, что повязки передаются по наследству. Артур, это знают все. Также все знают, что прически дети получают от родителей. Что за бред? Что за бред? Что происходит? Вчера копался в старых бумагах деда и обнаружил записку, в которой упоминаются какие-то сокровища.
Что это, по-моему, самый тупорылый метод пикапа, я не знаю. Такой сначала заманивает в сад, потом говорит такой: слышь, я вообще-то предок пирата. Мой дед был пиратом. И это у нас повязка досталась мне по наследству. Хочешь посмотреть, что за ней? Такой, блин, я не знаю. Это очень какая-то странная херня происходит. Сокровища? Если верить записке, сокровища спрятаны за терринхронинах Аркадии. Сокровища! Точное расположение этих руин неизвестное, но я нашел кое-какие справки. Сокровища! Кая, что это за сокровища? Золото или алмазы? Настоящие сокровища — это не золото и не алмаз. Сокровище моего деда — это легендарный меч. Ты еще смотрел, Заки хочет тусоваться. Такие мастера пикапа. Наверное, хорошо, что я это не смотрела. Магический меч, дарующий хозяину безграничную силу. Вау! Меч Арконта упал с небес и ушел на морское дно. Там его случайно обнаружил мой дед и его команда. Что он делал на дне? Все на дно! Так. В тот момент, когда дедушка взял меч в руки, раздался гром, поднялись волны и задул ужасный ветер. С этим мечом мой дед победил восьмиглазую гидру, серебровласую банши, жуткого дракона бездны. Но огромная сила меча привлекла внимание других жадных пиратов. Чтобы избежать ненужных конфликтов, мой дед спрятал меч. Просто троеточие, чувак. Только пираты могут рассказать о таких захватывающих приключениях. С ума сойти! Сугай! Сугай! Недавно в руинах неподалеку заметили шайку мародеров. Они уже похитили немало сокровищ, поэтому их называют похитителями сокровищ. Логично. Вскоре они могут обнаружить руины Аркадии, и тогда магический меч будет потерян навсегда. Мы не можем этого допустить. Мы должны найти меч первыми. Никодейка. Не сомневайся, что Артур и я поможем тебе. Повелась. Ух ты. Замечательно. Но, пожалуйста, никому об этом не рассказывайте. Эй, Артур, здорово, да? Невероятно крутой меч. Он правда существует? Ну, для начала посмотрим, что мы можем узнать в гильдии Искателей Приключений. Искатели Приключений ведь должны много знать о руинах, не так ли? Блин, это очень странная херня была. Так, ладно, давайте на этом мы, наверное, закончим. Меч будем искать уже завтра. Я постараюсь не играть в эту игрушку, по крайней мере, квесты не проходить, там чисто, может, прокачаю что-нибудь. Посмотрю боевку Чуюня. Звучит как, блин, не знаю, какой-то кей-попер, я не знаю. Это китайская или корейская игра, блин, надо узнать. Судя по всему, по-моему, китайская, но... Кто ж его знает, азиатов этих. Так, значки можно пособирать с билетиками. Угу. Плюс, может, там эти задания выполню, ну вот, которые мы открывали вот здесь, ну где-то. Кругляшки-то эти. Там последнюю надо это раздобыть. Ладно, в общем, на сегодня мы закончим. 2.10 мы поиграли. На сегодня, я думаю, китайцы. Ну, китайцы это лучше, чем корейцы. Не спрашивайте, почему. Меня просто немножко достали фанаты кей-попа. К самому кей-попу мне вообще параллельно. Типа, ну вот фанаты, это отдельная история. Китайская, ну вот стиль корейцев или японцев. Но тут скорее, типа, под аниме сделаны, поэтому аниме это и Япония.
У китайцев на самом деле очень прикольное аниме, они делают его в 3D. Ну, то есть, вот как ПВ, как Линага, вот, ну, вот такие персонажи, прям они 3D-шные. Это выглядит забавно, но при этом после традиционного аниме это выглядит очень кринжово. Ну, типа, прям. Когда отслушал кей-поп, не, никогда. Я больше по джироку, типа. Максимум могу японские опенинги послушать, ну, из такой японской попса, условно. Но кей-поп это совсем не мое. Ладушки, спасибо всем за посиделки, спасибо за компанию, и до завтра. Завтра постараюсь пораньше подрубить тоже. Может, побольше поиграем даже. Ладушки, приятного вечера, пока-пока.